Ребята продолжают ачивку «Делай 100». Огонь, что ты сегодня выбрала для 100? А кроме скакалки, только скакалка? Нет. Еще отжимания, пресс и приседания. Отлично, супер. У нас приехал спецотряд родителей с детьми. Сейчас у малышей тренировка с Костей. И они так зажигательно занимались, что ребята из 4-го отряда тоже к ним присоединились. Ага. А как называется элемент? Я не помню. Эсса. Эсса? Да. Эсса Бачиду. Покажешь? Да. Давай. Что это юбка для макулеле, да? Да. Ну ладно. Так тоже выглядит прикольно. Да, куда плести надо. У нас этот уровень 2, арт 2.0. Что теперь? Мы делаем юбки для шоу макулеле. У нас теперь все под ключ. Шоу под ключ. Мы сами делаем костюмы, сами делаем шоу. Как у нас, да? От плетения поясов перешло все к плетению юбок для макулеле. Да. По-моему, процесс вообще налажен. А еще же будет арт 3.0. Арт 3.0, но он пока секретный. Секретная штука. Так, как успехи? Хорошо, он троем делает. Так, это я слышал, что это не мужское занятие. Ну, мы еще себе сделаем домой. Так. А, вы просто друг другу помогаете? Отлично. Не-не, вы молодцы. Нет, это будет для всех, а мы еще друг другу сделаем. Супер, очень круто. Здесь у нас происходит штрафная тренировка. Ребята, у которых слишком много энергии, тратят ее в нужное русло. А ведет ее тот, кто в свое время провел, или вернее посетил больше всех таких штрафных тренировок.
Владимир. Не просто так такой сильный. В свое время много косячил, много тренировался, и теперь наш тренер тоже. Ребята, быстрее прыгаем! Вперед. Вот они, герои штрафных тренировок. Самые добрые штрафные тренировки с гитарой, с друзьями. Моральная поддержка. Это моя мама, мы с ней идем в садик. Да, я потом понесу в номер. Да. Погодка сегодня. Владимир, что вы думаете о штрафных тренировках? Мне кажется, слишком долго мы идем гуськом. Это то, что еда видели. Да ну. А мне кажется, да, мы довольно быстро. Любили ли вы штрафные тренировки? Моральная поддержка, давай, Маша. Очень теплые воспоминания из моего детства. Маша, давай. Я первый раз приехал в лагерь, и мы с друзьями в первую ночь до часу ночи рассказывали анекдоты. А потом пошли с Кириллом в Гранд-Холл и делали там много-много кишат. Так, знаете, приятно вспомнить. А Кадейра? Чего стоила Кадейра? Я помню, я покупал рекламу за Бёрпи, кстати, во влоге. Вот, вот. Сработало.